Никогда не делайте выводы, пока не выслушаете все точки зрения. Эту простую мысль французские актеры из Лиона пытаются донести до самарского зрителя. Они привезли на фестиваль постановку «Хикикомори. Бегство». История о подростковом одиночестве, рассказанная самим главным героем, его матерью и отцом. Именно такой театр, психологический, визуальный, экспериментальный, сейчас востребован публикой, считают организаторы «Золотой репки». Критики утверждают, фестиваль прошел на отлично. Я просто видел эти переаншлаги на каждом спектакле и какие-то очень искренние аплодисменты в конце, и крики «Браво!», и недежурное вставание. Вот это было здорово. Наверное, это очень важно, когда мы на самом деле смогли за одну неделю увидеть такую огромную ретроспективу и сценографии, и режиссуры. За 7 дней на сцене «Самарта» прошли спектакли и российских, и зарубежных коллективов. После каждой постановки ее режиссеры и актеры вместе с арт-критиками обсуждали, что получилось, а что нет. Завершилась «Золотая репка» постановкой «Самарта» «Маугли» по произведениям Ридьярда Киплинга. Это пластический спектакль, в котором режиссеры сохранили только ключевые фразы из оригинала. Молчаливая история о взрослении и ценности дружбы. Публика одобрила такое режиссерское решение. Спектакль завершился бурными аплодисментами. Шикарно, очень шикарно. Я здесь впервые, поэтому мне все как бы давно хотела попасть. Замечательно. На церемонии закрытия «Золотой репки» главным символом фестиваля наградили арт-критиков и всех тех, кто помог его созданию. Никита Борисов, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.